Короче, Марсель пришел на кухню. Я в комнате хорошо видела, снимала, котята игрались. На тебе. Крышка упала, звук был громкий, все сбежались. Лапы будут жирные. Подожди, Марсель, я даже не помешала. Да, я хоть помешаю. Да, помешаю курочку, чтобы ты одно мясо не съел. Сейчас мы курочку помешаем с мясом. Тут и морковка, и курочка, и овсянка. Вот такой сегодня сделала. Небольшой. А? Ну чего, был в прошлый раз рис. Опять овсянка. Хорошая овсянка, это полезная вкусная каша. А с курочкой так она вообще вкусная. Чарли он как заглядывает. Шекель по морде надавала кому-то. Ну вы же, вот честно вам скажу, все кушали до одного. И Марсель тоже кушал. Но так получилось, что я не убрала кастрюлю. Я думала, ну она не горячая, но думала, ну вообще не горячая, но для холодильника я думала еще теплая. Думаю, Марселька спит, потом поставлю. На тебе. Не выколупывай, пожалуйста, курицу, ешь уже кашу. Курицу все умеют кушать. Лисы, ну даже Филя, он тебя прогнал. Боже, какой он стал жадина. Филя, он прогнал, тебе не дал курочку, кусочек. Забери. Тут сторожат. Конечно, попугай курочку кушает. А, такая вкусная курочка. Бегала, теперь ее кушают. Иди, вот тебе кого-кого, Марсель, не прогоняй Чарлика. Чарлик, угощайся. Марсель угощает. Ты там не утони в той каше. А кто вот это берет кости, а? Только кости вообще нельзя, да, сюда. Саша! Он с косточкой улетел. Надо забрать. Чарли улетел, забрал, схватил кости и улетел. Ведро ее. Давай сюда. Быстро отдай. Быстро отдай. Рая, а я не вообще там делал? Не знаю, на... Нет, ну это я косточку в ведро положу. Косточку. Я так. То, что возле косточки самое вкусное, я дала камин. Черепахи? Буду, наверное, черепахи. Пошел следующую кость искать. Марсель, не выбирай одну курицу, но вы такой вообще. Где он находит эти кости? Вот это я, мама, не перебрала. И пожалуйста. Не успеваю выбрасывать. А такой звук у Марселя классный. Тряпочку, рука жирная. Вот. Филя, иди тоже кушай. Филя скоро будет худой, чувствует. Целый день на улице лазит. Целый день я тебя на улице вижу, Филя. Самый дворовой кот стал. Ему одному самому не холодно. Так что ты так и курицу только вытаскиваешь, да? А кто будет кашу кушать? Собаки, что ли? Вообще это я сварила больше для попугая. Ой, для попугая. Не для попугая я варила, нет. Я сварила для Марселя это неполную кастрюлю и для лисичек, потому что они едят только вареное мясо. И кашу любит с мясом.
Коты сегодня ели сырое. Да? Боже, как она любит курицу. Или он, это Чарли. И как он знает, что Марсель открывает кастрюлю, он первый идет на кухню. Первый. Марсель, ты своим грохотом вот этой кастрюлей, уже все животные знают, что такое открывается кастрюля. Раньше я канал не вела, но как-то было поспокойнее. Я просто насыпала Марселю, опять кость схватила. А теперь я веду канал, и они теперь это знают, что пока я снимаю, они могут спокойно, спокойно. Дай сюда косточку. Папа увидит, будет ругаться страшно. Да, тем более эти косточки вообще нельзя ни попугаям, ни собакам, никому. Дай сюда, отдай. Это плохая косточка, это вообще нельзя животным. Такую кость вообще нельзя, понимаешь? Такую кость. И собакам такое нельзя, нет? Не успела мама повынимать кости. Нет, кости я не даю. Я их еще помою, а потом ведро выкину, чтобы не пахло в ведре. Ну и как вы себя ведете? А что вы мне тут всех собрали? Даже Микки пришла. Звезда. Давай, Микки. Марсель, дай кусочек курочки Микки дам. Дай. А ну, ты там... Дай. Не надо жадничать. Вот, например, Микки. Ой, ты моя Микки. Понятно. Если не хотите Микки снимать, надо что-то быстренько дать, и она быстро убегает. Короче, собаки, сейчас я вам положу. Тут я смотрю, Марсель обнаглел. Все перебрал. Все. Сейчас как потушу телефон... И как поставлю кастрюлю на пол, потом, Марсель, ты оборзел. Ты сейчас самое вкусное съешь. Да. Да. Тогда там я курицу сильно сварила, разварила, чтобы она расползлась по всему кастрюлю. Думала, остынет, выйму кости, не успела вынять кости. Теперь попугаи выняли кости. Марсель, ты своими жирными лапами должен идти сразу в ванную мыть их. Ужас. Полазить в такую кастрюлю. Да. После такой еды просто надо брать швабру и мыть пол. Ну, стол, потом пол. Да, это такая штука этот Марсель. Хороший зверек, скажи, хороший. Сейчас все будет жирное и надо сразу все помыть. Убери свою морду уже с кастрюли. Чарли. Боже, Шломи кричит, помогите. Все коты ушли. Шломи! Персик совершенно не голодный, я смотрю. Тарелку перевернул там под собой. Персик совершенно не голодный. Шакира тоже не голодная. Остальные просто голодали. Просто. Просто так голодали, что кошмар. Особенно вот эти два попугая голодающих. Приходят на звон крышки кастрюли. Ой, боже мой. Шеф. Видишь, как Масес ведет? Показал характер, что он тоже может огрызаться. И прогнал ее с кастрюли. Шломи, ты что кричал? Ой, опять Микки появилась. Откуда они возьмись, Микки? Ну, я тебе теперь не дам, потому что я дам сейчас всем. Ну да, я иногда тебе даю отдельно, чтобы ты снималась. И ты уже почти снимаешься, да? Да, уже просто звезда. Шломи, я тебе сейчас пооткрываю дверь. Все, поел? Опять косточку схватила. Пошла я ловить.